Верните нам двор. Соседство с новостройкой причиняет большие неудобства жителям домов в Степном 3. В непогоду на проезжей части и тротуаре непроходимая грязь. Строители, проведя теплотрассу к новому дому, не соизволили восстановить испорченный асфальт и вернуть двору нормальный вид. На месте побывал Антон Александров. Каждый день Галина Иванова вместе с внучкой проходит через двор. Терпение лопнуло, когда пошли дожди. Здесь стало не только грязно, но и опасно. Вместо былого асфальта повсюду размокшая глина, рассыпанная щебенка и ямы. А здесь вот эта вот грязь, вот это невыносимо. Вот как вот? Это сейчас вот, а когда дожди будут сильные, знаете, оттуда вся вода течет сюда вот. И прямо она течет вот туда, вот там была дырка, они засыпали ее. Прокладкой трубопровода здесь занимались еще летом. С тех пор не раз местные жители пытались привлечь внимание к проблеме своего двора. Несколько лет назад здесь по государственной программе был уложен асфальт, от которого теперь остались только воспоминания. Везде зарыто, везде грязь, слякоть вот это. Вот это что она стоит? Вот могли бы вот это по-человечески хотя бы выгребсти. Дождь пойдет, как наши дети будут ходить? Они по колено в грязи, в школу их не запустят, потому что сменная обувь. А грязную обувь куда они поставят? Они не вымоют. Еще одна опасность здесь появилась для автолюбителей. Выезд со двора осложняет бетонная плита, которая намного выше дороги. Объезжать ее приходится, прижимаясь к стене дома и другим автомобилям. Это препятствие на пути появилось после проведения теплотрассы. Раньше здесь спокойно передвигались автомобили. В отделе коммунального хозяйства города о проблеме знают. Наша телекомпания не раз обращалась по данному вопросу. В последний раз чиновники обозначили дату благоустройства до 1 сентября. Теперь сроки снова сдвинулись. Нашим отделом был выдан ордер на производство работ. Непосредственно заказчиком является отдел строительства города Караганды. Что касается именно вот благоустройства данного участка, мы связались непосредственно с исполнителем. Это у нас ТО «Каздор строй цех». По его заверению, на данные работы будут завершены до конца этой недели. Там будет уложено 400 квадратных метров асфальтобетона, включая арку, которую, вот, насколько я знаю, по ней тоже там очень много вопросов. Буквально пару дней назад сюда завезли щебенку. Из обещанного благоустройства пока это все. Между тем, улучшения во дворе ждут и местные жители, и наша телекомпания. Будем следить за развитием событий. Антон Александров, Рустам Бараев, Никита Косых, Пятый канал.